снова в моде кружевное белье. Законодатели моды на кружевное белье — это, конечно, французы. Во Франции с 20-х годов 20 века популярность кружева была огромной. И уже к середине 20 века кружевным бельем просто болел весь мир. Мы уже помним Бриджит Бардо, да, это секс-символ 50-х, 60-х, как она разгуливала в кружевных балконетах. В простонародье еще называют формой Анжелика. И, кстати, сейчас в Коко у нас тоже есть те бренды, которые уже в те времена шили белье, в котором ходила Бриджит Бардо. Был момент, когда интерес к кружеву спал, потому что появилось очень много альтернативного материала, сетки, трикотажа. Но на ближайшие 5 лет кружево будет действительно снова в моде, не просто в моде, это будет трендом, потому что нижнее белье идет в тандеме с одеждой. Так как у нас меняется интерес к одежде, также, конечно же, меняется интерес к нижнему белью. Сейчас в тренде не просто кружево, а посмотрите, какие ретро-трусики. Это действительно форма 30-х, 40-х, бескостные бралеты, которые были уже тогда, они сейчас тоже в тренде. И одна из, вот я вам показываю, одну из ведущих французских марок, они прям воссоздали ретро-коллекцию формы именно тех годов. Истинно французская чашка, это чашка, которая закрывает большую часть декольте, она тоже сейчас в тренде. Это форма, которая сейчас опять же возвращается в моду. Это балконированная чашка. Выглядит очень пикантно. Как в одежде у нас возвращаются романтичные формы, так и в белье. Формы, напоминающие корсет. То есть это вообще конец 18-го, начало 19 века. Вот они, корсетные формы бра. Сейчас такие модели называются бра-бюстье. И действительно их можно носить на каждый день. Они удобны. Здесь нет никакого стеснения, как в корсетах 19 века. Но форма очень даже красивая. И видите, какие такие элементы пистоны, да, как раньше назывались, элементы ретро, есть в современных коллекциях нижнего белья. И если мы с вами поговорили о том, что сохранились формы, сохранилась любовь к кружеву, но технология производства действительно меняется. Сейчас в большинстве моделей это не идет не купонное плетеное кружево, а очень часто даже в ведущих французских марках это идет рисунок на сетке. То есть на сетке выстрачивается рисунок, который запрограммирован в машине, и машина выстрачивает очень красивый рисунок уже на полотне. То есть белья, которые из кружева ручной работы, ну, конечно, это уже все-таки дань истории. Это идет смесовая ткань. Смесовая ткань из современных материалов, это уже там не хлопок, шелк, это идет и полиэстер, и разные такие современные уже материалы. Но я вам хочу сказать, что смотрятся они достаточно приближенно к кружеву ручной работы. Это не полностью изделие из кружева, это уже идет декор в виде кружева ручной работы.